друзья! Всем привет! Я рад вас видеть на моем канале. Канал про охоту, рыбалку и многое другое. А вы смотрите этот ролик. Зараза! Не, они прям надо мной прошли. Поздно увидел. Где криковые? Блин. Давно я не стрелял. Один готов? Да, он. Забрать можешь сразу? Ну вот, с полем. Два щерка прошли сзади тебя. Друзья, всем доброе утро. Рад вас видеть. Давно с вами не виделись. Вот. Находимся на утряночке. Заплыли в такую болотинку. Стоим, ждем. Было два налета. По криковым я промазал. А черок, вот он добыт. Попозже я вам его покажу. Вот. Так что меня с полем выбрался наконец-то на охоту на утку. Так что смотрите дальше, будет интересней. Андрюх, сзади! Взял? С полем? Блин. А? Улетел. Идут. Одну видел, а вторая у тебя там за кустами упала. Нет. Одна за кустами, Андрюх, упала. Одну слышу. Одну нашел, Андрюх. Так, одна есть.
С оксом? Не, широконоска. О, четверка, четверка, Андрюх. Есть. А? Ага. Ну да. Чуть-чуть рано ты начал. О! Нырковые. С полем. Отлично. Пока весь суповой набор. А еще одна где? А, вот так, да. Пятерочка азот. 32 грамма. Русский охотник делает свое дело. Нырка в лед. Ну вот я стрелял здесь. Я ж говорю, ветер хорошая вещь. Ну да. Промазали. А та упала вот эта сушина, видишь, здоровая. Ага. Справа от нее. Мне кажется, под рану, Пань. Ну, может, дойдет. Криковая. Надо поискать. Будет. Красиво взяли. Шуп-шуп. Вот так вот, ребят. Охота пока радует. Так что смотрите. Далее будет интересно. Стрельбой сегодня везет. Пока что. Вот первый мой чир. Добытый. В инстаграме, кстати, могут фотки классные. Так что смотрите. Вот он, щерочек. Попадание прямо в голову. Такая болотина здесь. Не забываем подписаться на канал. Поставить лайк. Написать комментарий.
Андрюк спереди. Вон он, вон. Цапли летают, как горелые. О! Это был кто? Блин. Я только заснял, как он падал, понимаешь? С полем. Пришел все-таки. Подворачивает, видишь, на манок на чучела подворачивает. Ну да. Пока затишье. Одну криковую нашли, одну нет. Фу, все излазили. Вроде упало недалеко, но видать подранок. Ладно. Чуть-чуть постоим. Время 6 часов где-то. Может, 7 уже. Уточка перестала летать. У нас там профиля раскиданы немножко. То результат радует. Радует результат. Утка моталась немножко. Вот. Один налет только. Хорошо. Вот. Один налет. Только смазал, еще потянул. Две криковых чуть ли не на голову сели. Вот. Ну ладно. Может, еще что будет летать. Как обычно, ребят, бывает, только выключил камеру и налетел щерок. Я его красиво снял, но теперь осталось за малым найти. Нашел! Ага! Опа! Вот он, еще один представитель пернатых. Готов. Но выстрел красивый. Жалко, только, говорю, камеру выключил. Вообще. Ох, такая это работа. Шастать по болоту.
Вот еще один щур в нашей копилочке. Ладно, стоим дальше. На охоте сегодня использовал Браунинг Авто 5, легендарный свой патрон, пятерочка Азот, русский охотник, 32 грамма. Отличный патрон, зарекомендовал себя. Вообще вот просто бомба. Вот. Сейчас потихоньку собираем профиля. Дождичек пошел. Вот. Маскировочная сеть вот такая вот. Спасибо ребятам, ссылка будет в описании. Вот патрон, русский охотник. Ладно, собираемся, а то заморосил, бедолага, дождик. Да-да-да. По-быстрому собираем профиля. Вот. Раз. И сумочку. Вот мой результат. Нырковый. Два щира. И криковая. Вот так вот. Друзья, вот и состоялась у нас ветрянка. Сегодня мы добыли на двоих, получается, одна криковая селезень, нырковая и 4 щерка у нас получается. Да. Вот такой результат. Патроны Азот. Вот. Вот они, красавцы. Ну а как это было, вы увидите, посмотрев это видео до конца. И ни пуха, ни пера вам на ваших охотах. И нам удачи. Хотя удачи не желают, наверное, да? Ладно. Всем пока. Подписываемся на канал. Ставим лайк и пишем комментарий. До новых встреч. Ха!